Несколько улиц, детских площадок и дворов в городе Видное стали предметом пристального внимания заместителя руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Никиты Анашкина. На вооружении у проверяющего современные технологии. На карте указаны проблемные места, но на многих из них, как выясняется, уже все в порядке. Просто сообщить об этом позабыли. У вас исполнитель здесь ГО «Ленинский». Вот. Кстати, смотри, с 24.08 давным-давно убрали. Да, что они закрыли. А, закрыть забыли. Теперь за содержание части внутриквартальных площадей в Ленинском округе отвечает недавно созданное МБУ «Благоустройство». Его директор Артур Григорян и сопровождал Никиту Анашкина в рабочей поездке. От опытного взгляда заместитель руководителя Главного управления содержания территорий, или сокращенно ГУСТ, не укрылось ничего. Например, довольно неприметное граффити. В июне мы сфотографировали, и до сих пор она вот в таком состоянии. Также во встрече участвовал начальник 24-го отделения Главного управления содержания территории Московской области Дмитрий Богданов. Стоит отметить, что ГУСТ был создан в результате реформирования Госадминтехнадзора и теперь выполняет функции контроля за содержанием территорий. Будем заставлять управляющей компании и МБУ принимать все меры быстрее, оперативнее и реагировать так, чтобы нашим инспекторам меньше было тоже поводов звонить и обращаться и заносить дефекты в систему СКПДИ, на базе которой мы работаем. Одна из целей визита заместителя руководителя ГУСТ в Ленинский округ – проверка готовности к зиме. Никита Анашкин, в числе прочего, посетил и базу МБУ «Благоустройство». Над комфортом жителей здесь трудится 220 человек. Организации для осуществления деятельности были переданы 79 единиц различной техники. Контроль за каждой осуществляется дистанционно. В этом дворе условно ездит один трактор, в этом другой. Вот здесь вот два трактора вместе проезжают один и тот же маршрут. Отвал и щетка. Главная цель рабочей поездки – настройка взаимодействия между органами муниципальной власти, бюджетными учреждениями и управляющими компаниями. Директор МБУ «Благоустройство» Артур Григорян отмечает, что, несмотря на критику отдельных аспектов работы, от встречи у него остались только положительные эмоции. Что-то для нас новое, да, то есть вот в ряде моментов они нам подсказали, на что обратить внимание, а к чему применить совершенно иной подход. Поэтому это очень важно, что вот сегодняшняя встреча была, сегодня вот этот обход был. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.